Всем привет! Приехали за тележкой в магазин Леруа Мерлен. У нас карантин тут везде. Ничего не работает. Не знаю, нам вообще продадут ее или нет. В принципе, там бесплатная доставка как бы есть. Пока не доставят, проще взять. Ну да, сейчас зайдем. Я в прошлый раз был, только они, получается, в магазин не пускали, но товар выносили, как бы тебе сами выдавали, если надо было. Тут каждый день меняется все, сейчас пойдем посмотрим. А что мы приехали вообще за тележкой? Да, у нас была тележка такая, что она была тяжелее, чем сам холодильник. Получается, что... Был там ряд в ней недостатков. Сама была тележка тяжелая, колесики маленькие. В общем, мы ее продали. Теперь вообще никакой нет. Придется купить. Сейчас вот выбираю. Скажи пару слов. Да что стоим, сейчас такая очередь. Надо сейчас. Сейчас посмотрим, как если будет долго идти, то. Человек 10-15. Все в масках, конечно, вообще как где-то в фильмах. Как в кино, да. Что она замотана, что бэушная, че? Они сюда, наоборот. Они испытали, они колеса не прикручены. Не вот эта хрень, что че ты на замотана? Замотана, чтобы не попросила. Давайте. А? Давайте, да, посмотрим. А есть другие варианты? Другие, наличие есть, другие варианты. Колесо спущенное. Это на траве потом опять. Его что на заводе качают. Вот так поэтому доставка хуже, потому что прислали бы спущенным колесом. Когда-то купили одно такое колесо, да, полуспущенное, потом его накачивает, да, оно ничего, потом опять спускает. В конце концов вообще лопнуло оно. Второе. Второе нормальное. Жесть.
Добрый день.